Около 50 адресных посылок собрали жители Заводоуковского городского округа для бойцов, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. На общий пункт сбора гумпомощи сегодня доставили коробки. На каждый лист бумаги с именем получателя. Перед упаковкой содержимое посылки переписывают. Люди, как правило, несут вещи, продукты питания и сладости. Он просил берцы облегченные, но мы на свое усмотрение положили все-таки утепленные, потому что думаем, что там еще холодно. Просил масхалат, потому что у них это очень быстро все изнашивается, вот он дополнение. Ну а все остальное, вкусности, сладости, то, что он любит, кофе, сгущенка, джем. Кроме индивидуальных посылок, в округе продолжается сбор гуманитарной помощи. Жители приносят термобелье, консервы, бытовые принадлежности, а также инвентарь для госпиталей. Это трости, костыли и коляски.